И всем привет, ребят! Вот и наша новая серия по Метро Рояль. И сегодня у нас ваша самая любимая рубрика, а именно выживание голым соло. Но необычная, потому что у меня тупо кончились 7 кашки, и поэтому будем пытаться развиться именно с М416, да еще и стальной фронт. Поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, и погнали! Друзья, сегодня я бы хотел вам рассказать об отличном магазине метро в Телеграм, который является одним из лучших и славится не только низкими ценами, но и отличными розыгрышами с хорошими призами. В магазине вы всегда можете найти все типы брони и оружия по хорошим ценам. А еще сейчас у ребят проходит розыгрыш на 10 призовых мест, с которым вы можете ознакомиться у них в магазине. Ну а для вас у меня есть промокод ZERBENGY, использовав который вы можете получить скидку аж 15%. Поэтому всем приятных покупочек, ссылочки как обычно находятся в описании под роликом. Ну а мы возвращаемся обратно. Погнали. Опачки. А вот и наш первый килл, наверное. Странно. Точно такой же, совсем голый, как я, только бежал с МКшкой. Надеюсь, именно МКха с него выпала, потому что все-таки мне с ней попривычнее будет. Так, фиолетовый лучик. И что у нас там? Еще одна МК. Хотя, на ней тоже граник. Получается, сейчас у нас есть два граника, и в случае какого-то близкого замеса мы можем просто шестерки под ноги два граника кинуть, и все. И мы заберем ее. Нормально. Надеюсь, они пригодятся нам. Погнали дальше. Изначально хотел остановиться на горе, но потом понял, что после двух граников подряд на школе просто все затихло. А это значит, что тут 100% кто-то кого-то убил. А может, убил? Да нет, точно, там еще граники лежат. Опачки. А вот сейчас, по-моему, все-таки кто-то кого-то убил. Все. Интересно, получится у меня сейчас беспалевно запрыгнуть или нет? Серьезно? Фул 6, который просто убежал. Ладно. Мы тогда сейчас по-другому попробуем. Он же сейчас 100% сюда вернется, чтобы нас гранниками закидывать, либо же просто массой рашить. Тогда мы его просто обойдем. Не думаю, что он додумается, что мы можем здесь пойти. Но я же сказал, он будет точно так же, как и я, закидывать то место гранниками. Но у нас их целых два. Самый четкий граник, который я когда-либо давал вообще за все время. Он просто ему в морду прилетел. Прям хедшот из граника. Вот это я уже понимаю, лут. Капец, он сейчас больно пробил по нам. Готов. О, розовый. Да ладно, вы серьезно? Я, если честно, вообще первый раз за весь сезон выбиваю что-то вот такого уровня. Ну, типа а-ля из разряда что-то жестко снайперское и жестко фракционное. У меня за все это время вообще не было ни одной, наверное, М24 вышки. И, наверное, ни одного авика высшего. Хотя уже практически месяц. Вот такое развитие мне прям очень нравится. А это, видимо, тот, кого он убил. Но, блин. У нас уже полностью комплект брони есть. Осталось только пластину на нее найти и все. Теперь еще и патронов просто куча целая. И причем большая часть из этих патронов очень дорогая. Вот правда все это на МКшку, но на крайний случай
Можно просто М-ку кинуть себе в рюкзак, а МК-шку повесить обратно. И все. Ладно, открываем тогда этот ящик и ждем временного босса. Потому что я пока не знаю, что еще можно поделать. Ладно, поехали. И как ни странно, то босс появился рядом со школой. То есть я сейчас быстренько его убиваю, и как раз мне вражок надо сгонять. Посмотреть, что там находится. Да боже, все мимо. И где этот бот? Бесит, когда они вот так вот прячутся. Ага, теперь у нас босс решил спрятаться. Так мало уронов прошло, это вообще капец. Хотя, по сути, я сейчас разрывными стреляю, а урон вообще нет. Ну вот, вот это уже другое дело. Блин, он даже по нам ни разу-то не стрельнул. Капец, ему, наверное, сейчас обидно. Умер и не пострелял. Так, и тут у нас, в принципе, обычно стандартный лут, который, к слову, еще и пихать некуда. Но шлемак я, наверное, все-таки возьму. Он весит не так много, ну а ценность имеет довольно-таки неплохую. Так, ну все. Теперь можно и до рожка сбегать, потому что я до этого тоже бежал прям прямиком в рожок, чтобы чекнуть магазин, думал, успею. Но потом раз, появляется босс, я такой, а почему бы и нет? Сначала на босса, потом до рожка тогда. Тем более, буквально минуты три назад на рожке кто-то пару раз одиночно стрельнул. И мне кажется, это был далеко не бот. О, труп. Кто-то кого-то приложил. О, еще и выкинули сколько. Видимо, что-то классное выпало из трупа. Патронов столько. Обвесы на оружие. Ну капец. Вот почему у меня в последнее время наоборот перестало падать все с людей. Зато у всех других падает прям вообще как не в себя. Ну серьезно, вот чтобы вы понимали, для записи вот этой вот серии мне потребовалось, ну где-то часов, наверное, 8. Потому что мне вообще ничего не падает с людей. И даже до этого были плюс-минус удачные моменты, но лута нет. Один, конечно, я сохранил, где просто за весь бой, я не знаю, количество, человек, наверное, 10 убил и ни единой пятой и шестой шмотки не выбил. Но, в принципе, прикольно получилось. Может быть, потом выберу. Опа. Я же говорил, тут кто-то только что стрелял. Ну, минутки три назад. И куда он побежит дальше? Гранник-то уже наготове. А, он тоже в магазин побежал. Ладно, раз тут такое дело, то пропустим. О, хана ему. Все. Привет, гранник в лоб, осталось только добить. У него по-любому сейчас осталось прям минимум хп. Где ты там? А, ну теперь все, точно все. Оу. Что? Вы серьезно? Он с радейки шел? Блин, ну почему в нем так мало золота, а? Точнее, вообще нету. Зато целых 4 чертежа. Просто то классное чувство, когда ты заходишь голым в соло, а буквально через минут 10-15 ты уже, по сути, залутал радейку. И еще и шмота классного поднял. Блин, сегодня выживание явно, наверное, можно засчитать как одно из самых лучших. Вот правда, места совсем нету. Ну ладно, как-нибудь это все вместим. Блин, не каждый же день вот такой вот падает. Так, обвесы перекинул на МК-ху.
Так. Что бы еще выкинуть? То, что мы 100% уже с собой не будем брать, и то, что не стоит прям особых каких-то больших денег. Вот, блин, почему с этим паренечком нам не выпал его рюкзак? Потому что лута там, ну, минимум еще на пол мульта, а пихать-то его вообще некуда. И у нас бой еще в самом разгаре, нам еще как минимум одного-двух боссов забрать надо. То есть патроны тоже особо не выкинешь. Капец, вообще не самая лучшая ситуация, конечно. Потому что охота прям по максимуму налутать. Я, наверное, думаю, даже сейчас, если что-то не влезет в нас, то мы уйдем, отыграем бой, а потом в конце я уже как на выход пойду, забегу сюда еще раз и все остальное подлутаю. Ну потому что это, блин, ну такой лут пропадать будет. Тем более у меня вечно проблемы с деньгами и лутом. Тем более у меня вообще МКшек больше нету. Мне как ни крути, лут сейчас нужен. А, ну ладно. Тогда на этого босса не пойдем. Потому что я вообще не вижу смысла, чтобы убивать вот этих вот микробоссиков. С них никогда ничего ценного не падает. А вот на рожочек сходить посмотреть босса я бы сгонял. Все равно нам еще надо целых полминуты подождать до появления следующего босса, временного. На него-то я точно пойду. Правда, вот жалко тратить такие дорогие патроны на него, ну а куда деваться? И как раз заодно немного места освободим. Оу, сколько тут всего валяется. Даже мельком успел четвертый шлем увидеть. Только смысл мне от него? Он типа заново заспавнился? Ну все, готов. Вот всегда бы так быстро убивался, было бы прям шикарно. Вот правда лут, мне кажется, с каждым боссом все хуже и хуже у нас пошел. Но это ничего страшного, все равно места нету. А следующий у нас где? И опять там же. Ну ладно, сейчас посмотрим, что тут за трупики валяются. И туда сразу. А, даже так. Просто у кого-то валяется жетончик, который никто не подобрал. Блин, я, если честно, местами вообще в шоке от этой игры. И от того, что многие игроки тупо что-то забывают, либо же оставляют. Ладно, бежим прям прямиком туда. И потом уже пойдем, наверное, на выход. Поехали. Ну вот и все, мы на месте. Блин, я уж испугался, думал, человек. А это просто все боты на нас загнались. Ну куда ты? Вот бесит, когда боссы поворачиваются спиной. Но вылези ты, там осталось-то чуть-чуть совсем. А, он еще и закидывает смоками. Тоже фиолетовый. Ну да, зато у нас хотя бы место теперь появилось. И можно будет еще на обратном пути парня залутать. Оу, да тут прям фулл четвертый комплект. Блин, ну ладно. Тогда мчим, обыскиваем паренечка. Еще раз прям по максимуму. В том самом доме. Закидываемся компонентами. И все. И летим на выход. Поехали. Ну что, ребят, вот мы и на выходе. И если честно, эта серия прям была, ну, очень жирная. Как на лут, так и на компоненты. Ведь у нас сейчас стоимость уже 2 миллиона. Хотя мы, по сути-то, даже в радейке не были. Но, к сожалению, данная серия подходит к концу. И поэтому всем тем, кто досмотрел до данного момента, просто огромное спасибо. И, конечно же, не забываем про лайк под видео и коммент под роликом, ну и подписочку на канал. Ведь до 30 тысяч человек
Нам не хватает буквально 3000, даже чуть меньше. А я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Пока.